Не успели отгреметь аплодисменты участникам чемпионата Европы по шорт-треку, и вот Сочи снова принимает очередной важный старт, важный для начинающих спортсменов. Сегодня на курорте стартовали открытые первенства города и Краснодарского края по этому ледовому виду спорта. Кстати, сочинские шорт-трекисты не пропустили ни одного старта европейского чемпионата. Активно болели с трибун, ведь на сочинский лед выходили их кумиры. Нам понравилось, какая у них тактика бега была, вот вообще как они бегают. Скорость, да. Многому чему можно научиться на таких соревнованиях, как на чемпионате мира. Ну а еще больший опыт – это, безусловно, соревновательный. В турнире участвовали девушки и юноши от 8 до 14 лет. На соревнования было заявлено более 60 участников из Сочи и Армавира. Пока на Кубани только в двух этих городах культивируют шорт-трек. Но в рамках краевой целевой программы развития спорта этот вид сегодня активно продвигают. В нашем городе этот вид очень популярный. В отделении шорт-трека в центре зимних видов спорта у нас уже занимается более 80 детей. И, конечно же, популярность этого вида спорта все больше и больше растет в нашем городе. В рамках первенства в Сочи будут разыграны медали как в отдельных дистанциях до 1500 метров, так и в многоборье. Кстати, ожидается серьезная борьба, ведь на кону не только медали турнира. Это соревнование очень хорошего уровня, очень высокого ранга, если можно так сказать, потому что, как правило, участие в открытом первенстве Краснодарского края и получение определенных критериев позволяет каждому спортсмену попасть в сборную команду Краснодарского края, а это, соответственно, получение субсидий и участие во всероссийских детских соревнованиях. Сегодня в ходе турнира прошли отборочные старты. Финалы запланированы на четверг. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.